Культурная тропа, видеовизитка, выходной в музее. Три проекта продемонстрировали участники школы волонтера культуры. Общая цель – сделать Одинцовский историко-краеведческий музей культовым местом. Это тот инициативный электорат, который хочет сделать наше культурное пространство интересней, доступней, коммуникабельней, с тем, чтобы и самим было интересно в нем жить, и чтобы друзья, семья, знакомые все вливались в это движение культурной жизни в нашем округе. Эксперты дают рекомендации по улучшению проектов. Главные критерии – креативный подход, привлечение новых форм взаимодействия с посетителями, минимальные денежные вложения. Очень отрадно, что за 5 рабочих дней ребята смогли усвоить теорию и уже как-то практически применить свои знания. И то, что проекты от нуля практически сейчас уже оформились в виде презентации и в понимании, и на экране. И очень здорово то, что ребята хотят их реализовать. Школа сплотила людей всех поколений. Разный опыт, разный подход. Результат взаимодействия поразил. Вот такие образы. Члены активного долголетия тоже поддерживают. Школа волонтера культуры для Алины – большое путешествие. Новые знакомства, навыки организаторского мастерства – все это дал проект. Наш проект называется «Выходной в музей», и вся уникальность заключается в том, что мы представляем новый способ подачи такого интересного предмета, как история. Это некая семейная мастерская, ярмарка, где каждый может прийти и узнать что-то новое из курса истории, сделать тематическую поделку, а впоследствии запомнить и сохранить воспоминания в виде красочных фотографий в костюмах. Участники школы запаслись солидным багажом знаний и укрепили свою мотивацию. Следующий шаг – реализация проектов. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».